Привет, друзья! У нас сегодня очередная посылка с интернет-площадки AliExpress. Здесь будет экран для этого телефона. Видите, да, как разбили вот экранчик у нас. Телефончик старенький, это моделька Sony ST27i. Видите, да, модельку. Вот пришел у нас экранчик. Экран пришел в такой вот пенопластовой коробке. Был упакован полностью, ну, запакован накрест так вот скотчем вот этим оранжевым. Пришел с набором инструментов, как обычно. И вот сам у нас дисплей. Вернее, не дисплей, а экран. Даже тачскрин. Вот такой вот у нас пришел экранчик. Вроде бы как все соответствует. Как в оригинале практически. Я думаю, сейчас мы будем его заменять. Я, конечно, ребята, не специалист по замене, да, не мастер, но вроде бы как смогу это сделать. Надеюсь, что у нас все получится. Так что, ребят, давайте поехали с вами его заменим, посмотрим, какая работа у данного тачскрина. Этот тачскрин работает, все нормально. Видите, да, листается у нас, все опускается. Только единственное то, что он треснул. Вот так вот он у нас треснул, ну, ничего, не беда, сейчас мы это дело все поправим. Давайте его выключим. С вами телефончик, отключаем питание, окей. Еще бы не мешало бы заменить корпус на данном телефоне, но, как говорится, клиент, да, не захотел. Говорит, мне только экран поменять, потому что телефончик старенький. Говорю, не беда, попробуем поменять экран. Так, ну что, давайте приступим к разборке данного телефона. Так, отсоединили, пришлось чуть-чуть подпрогреть его феном. И вот у нас здесь вот дисплейный модуль на шлейфе соединен, видите, да? Сейчас мы его отстегнем и продолжим с вами дальше. Taking you home.
Ну что, друзья, после замены данного тачскрина он оказался у меня нерабочим, видите, да? Но он никак не реагирует, данный тачскрин. Что я только не делал. Сначала телефон не мог включить, поменяли кнопку питания, потом поменяли шлейф громкости, но ничего не происходило. Подключился телефон, и как выяснилось, реально вот тачскрин у нас не работает. Вот старенький тачскрин, видите, да, весь такой побитый. Ну ничего, мы ждем новый тачскрин. Открыли спор с продавцом, продавец, конечно, категорически препятствует, да, говорит, да нет, это не может быть, я ему видео присылаю, что тачскрин не работает. То мне в свою очередь говорит, что он не может открыть видео. Ну, пришлось открыть спор, чтобы он увидел видео. Даже в споре он категорически не хочет видеть видео. Так что, ребята, вот такое вот у нас было сегодня видео, да, немножко неудачное. Ссылка, как обычно, будет в описании, но у продавца уже нету, может, оставлю другие ссылочки. Вы не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайки. С вами был Вадим. Удачи всем. Пока-пока. Ну что, ребята, вот такой небольшой постскриптум. Разница, да, я вот заказал новый экран. Разница существенная. Если вы посмотрите, да, на данный. Вот и вот. Такие ощущения, что вот то просто обычная плата, но вот это где с термоскотчем, да, желтеньким таким, это нормальный чип, да, тут еще какие-то контроллеры стоят, на которые на красном, на заднем фоне их нету. Соответственно, у нас дисплей работает. Сейчас я вам это все продемонстрирую, сейчас секундочку переставлю сам экран. Экран работает, все у нас работает, кнопки работают, где-то тут у нас меню, наверное, да, все листается. Все нормально, так что второй экран, который мне пришел, он рабочий. Я даже, кстати, его сейчас задом наперед немножко листаю. Видите, да, теперь самое главное собрать. Ну, я думаю, это все дело будет работать. Так что, извините за выражение, но продавец реально меня решил кинуть. Ну, слава богу, что производилась видеозапись, да, что я ему предоставил все фрагменты о том, что экран не работает. И он вот так вот меня реально обманул. Так что, ребята, еще раз спасибо за внимание. Вот такое вот у нас сегодня было видео, да. Кому интересно, ставим лайки. Кому не интересно, ставим дизлайки, да. Ну, реально, перенервничал я с этим телефоном очень хорошо. Так что, ребята, всем спасибо за внимание. Удачи всем. Пока-пока.